вышла такая статейка, и как, ну как не пошутить, сказано, горбатую Аллу Пугачеву в белом костюме засняли рядом с Галкиным на прогулке в Хримосоле. Ну, посмотрим, что тут, как они гуляют. Вот, гуляют пешком, как бомзы. Оставили замок красивый в грязи. Вот. Оставили машинки. И теперь гуляют никому не нужные, никем не узнаваемые по дорожкам Хримосомы. Так что вот так. И вряд ли они еще вернутся в свой замок. А замок будет стоять и разрушаться, пока его не национализируют, как музей или какой-нибудь объект.